23 августа в Центральном аэропорту. В Москву прибыл министр иностранных дел Германии господин Йоахим фон Риббентроп. Господин фон Риббентроп был встречен заместителем народного комиссара иностранных дел товарищем Потемкиным. Договор о ненападении, заключенный Советским Союзом и Германией, не только укрепит добрососедские и мирные отношения между обеими державами, но и послужит делу всеобщего укрепления мира. Прибыл председатель Совета народных комиссаров СССР и народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Участки от реки Игорка до Балтийского моря в связи с состоявшимся 3 августа 1940 года принятием Литовской ССР в состав Союза Советских Социалистических Республик.